А сегодня рекламу мы будем делать для салона перманентного макияжа Diamond Look. Слушай, я на Адаре уже, привет. Я на Адаре, тут технучка, я сейчас 5 минут и я буду. Хорошо. Ну все тогда, до встречи. Давай. Ребят, это вот модель, которую мы сегодня, с которой будем работать. Как тебя зовут? Люда. Люда. Да, Люде будем делать перманентный макияж бровей. Ты уже снималась до этого в рекламе какой-то? Нет. Сейчас вот записываем, получается, хотим в движении плавную картинку записать. И понятно, что для этих целей обязательно необходим стабилизатор вот такой, друзья. Ребят, вот мы на локации, где мы будем основную работу показывать, да, как происходит именно татуаж перманентной брови. Вот такая у нас постановка, вот со светом вот такая история получается, бьет потолок, отбивает, и такой мягенький свет на лице мы сейчас имеем, довольно-таки неплохой. Посмотрим после монтажа, как это все будет выглядеть, как оно будет смотреться. Ну вот, как бы, ребята, работа идет, как бы, я пошел, знаете, они там с ним делают, работают, а я могу, как бы, и отлучиться. Все выставил. Вот такой салончик. Есть солярий здесь, друзья. 50 шекелей заход, друзья, вот. Ну и вот это. Такой маленький, компактный, ну оваль больше и не надо, как бы. Тут вот, как бы, маникюр, педикюр тоже, да, педикюр, мастер тоже хороший. Ну и такой морозной мастер тоже хороший. Ребята, сейчас, да, смотрите, интересный такой вариант. Мы когда сейчас снимаем, да, наш видеоролик, мы делаем сейчас прямой эфир в Facebook с телефона клиента, да. Кстати, всем предпринимателям, которые работают в этой индустрии, в этой сфере, советую делать почаще прямые эфиры, рассказывать о себе. И тут идет работа, и одновременно мы снимаем наш рекламный сюжет. Фу, ну закончили мы уже снимать. Вот наша моделька фотогеничная, и для видео как бы очень хорошо наша модель подошла. Благодарю ее за сотрудничество, такая некомпризная. Брови, конечно, получились идеальные. Сейчас еще пигментик проявится, будет вообще классно. Ребят, кому надо такого рода реклама, обращайтесь, поможем, чем сможем. Всем пока, бай.